Для снятия головной боли есть такие вот точки, которые мы прижимаем на лице. Вот. В начале брови, да, где начинается вот перенос через боль, отпускаю. Можешь отдавать куда-нибудь там, грудную клетку, сердце, ничего. Было такое, да? Не страшно. Теперь сама переносится, прямо где ямочка. Давить надо сильно. Потом посередине, где уголок брови находится, да, там вот тоже такая ямочка есть, наверное, в головной дуге. Здесь продавливаем, это уже зона тройничного нерва. В середине щеки, там тоже ямочка почувствуется, продавливаем. На челюсти под уголками рта. И посередине между вот этой частью головы и бровей, вот тут точки. Теперь точка на линии роста волос повыше. Ну, буквально через каждые 5 сантиметров примерно идут. Здесь точка, здесь точка, здесь. Прямо под носом. Вместе роста зубов и здесь, вместо роста зубов по центру. И вот здесь. И теперь мощные точки на висках. Вот у вас идет вот эти вот бакенбарды, да, уголок, и такой квадратик. Вот в уголке этого квадрата целимся, прижимаем, будет болезненно. Но стоит потерпеть. Отпустили. И по вот этой линии, до линии роста волос, еще две точки. Вот вторая. Потерпели. Отпустили. И третья вот здесь. Попал? Больно? Значит, попал. Отпустили. А в следующем видеоуроке секретики от Олега Гудвина еще получат продолжение.